Першую Віцебскай вобласці крымінальную справу па факце жорсткага абыходжання жывёлы пачаў разглядаць першамайскі суд абласнога цэнтра. На лаўцы падсудных 35-гадовая віцяблянка. Згодна з матэрыялам справы, абвінавачваемая выкінула сабаку з балкона 8-га паверха. Ад падзення на зямлю жывёла загінула. Адметна, што сведкай жорсткай расправы стала і непаўналетняя дачка падсуднай. Віктар Праліч працягне тэму. Гэта гісторыя ў канцы 2017-го ўскалыхнула грамадскасць, прычым не толькі аматараў чатырохлапых, а поўначы 26 лістапада на пульт дзяжурнай часці паступіў званок, што ў Віцебску па вуліцы Шкалава са шматпавярхоўкі выкінулі сабаку. Труп жывёлы выявілі праваахоўнікі, якія прыбылі на месца. Данное преступление относится к категории, не представляющей большой общественной опасности, имеет огромный общественный резонанс, поскольку женщина-мать обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии своей малолетней дочери выбросила щенка с балкона квартиры. Як установить позднее следство, причиной такой жорсткой расправы стало то, что собака с человечей мянушкой Віта пошкодила предметы хатнего ужитку. А кроме того, неодноразово, кажучи юридичной мовой, порушала санитарные нормы у кватеры. Подтверждают это и близкие подсудные. По справе они проходят, как светки. Какие на пакости делают? Я знаю, насколько я восстанавливала это все. Ну, не мебель, а обувь, учебники и одежду, то, ну, конечно, надо было ее сдать в приют. Это, конечно, да. Я не одобряю вот это отношение. До студзеня 2015 года артыкул «Жорсткое обыходжанне с жывёламі» прадугледжваў только администрацыйную адказнасць. Зараз нормы унесены и у криминальный кодекс. Подсудны погражают громадские работы, штрафцы, выправленчие работы термином до года. Яким будет приговор Феміды, пакуль невядома. Суд улічыць усе обставины здарэння, у тым ліку, и что семья находится у социально небяспечным становище, а не полнолетняя после выпадку, проживая у свояков. Віктар Праліч, Станіслав Дудзін, Навіны Віцебск.